Спонсором этого выпуска стал продавец монет Покровский Михаил. Все быстро, качественно и дешево. Ссылка на его страницу и группу в описании. И не забудьте сказать, что вы пришли от сосиски. Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем карьеру за ЦСКА Москва. И что мы будем делать? Мы решили, это будет симуляция матчей. То есть играем только основные. Это Спартак. Это, конечно же, Еврокубки. Это Кубок, это Рубин, Динамо и так далее. Посмотрим, какие команды будут там вверху турнирной таблицы. А пока мы идем до матча с Териком. Симуляция. Что ж ты такая долгая это? Давай, соображай быстрее. Ну что, предложение о трансфере Ефремова. Ну что, пускай идет. Он же в аренду, да? Краткосрочная аренда, да? Все правильно. Все, иди в аренду. Ефремов. Ну что, матч с Териком. Мы отсимулируем и посмотрим, какой будет результат для нас. И так уже будем думать дальше. Симуляция или не симуляция. Видите, 3-0. Муса дубль и Тошич дубль. Довольно-таки легко справились у нас игроки с этим матчем. Симулируем до второго матча против Мальмо. И смотрим наш состав. Что же у нас составчиком? У нас там игроки отдохнули. Где у нас Фернандес? Тошич. Пускай Аки у нас что-то так и не восстанавливается. Что за фигня? Итак, смотрим дальше, что у нас тут еще есть. Ну, оно плохо восстановится потом. Ну что, вот таким составом мы сыграем. Натха у нас травмирован, и это потеря для клуба. Ну, слава богу, есть Вербл. Что, поехали. Легендарный уровень против Мальмо. Ответный матч. Первый матч в гостях был с счетом 2-1. Этот матч нам нужно просто выиграть или сыграть 0-0. Или сыграть 1-1, или сыграть ничью вообще, да. Или выиграть, или сыграть ничью. Результат первого тура 2-1. Вы это видите на своих экранах. Поехали. Ну что, мы в оборону садиться не собираемся. Хорошо, Вермлум. Или кто это? Да, это Вермлум у нас в атаке оказался. Что, с первых минут Мальмо берет инициативу в свои руки. Шор нарушает правила. Довольно-таки далеко от штрафной. Метров 37. Что будет делать Молинс? Он забрасывает. И как же опасно сейчас было. Довольно-таки опасный заброс получился у нашего соперника. Главное не торопиться нам. Очень плохой пас от Думбия. Что, в оборону, друзья. Давайте все-таки поставим защитную тактику. Потому что как-то с первых минут мы поняли, что Мальмо настроен очень серьезно. Не готов побеждать в этом матче. Будет фланг. Муса, молодец. Поборолся до конца. Чуть ли не убил соперника, но это в духе ЦСКА. Поехали, Щенников, красавец. Думбия, забегай. Ладно, Муса. Муса увидел. Точнее, Мусу увидели на фланге. Муса. Муса, Щенникову. Или кто это? Автогол. Это автогол. Это защитник сейчас пробил по своим воротам. Щенникову даже не удал пробить. Щенников сейчас в обиде. Щенников очень красивую атаку начал. Отбор. Ну, считайте, что это все Щенников сделал. Ну что, 1-0 уже на 12-й минуте. И молодцы мы. Молодцы, еще что скажем. Древенко.
Пас в центр. Мальмо. Отлично. Левенко, побежали. Отдай. Думбия. Думбия. Ну помогите Думбия. Хорошо, Тошич. Думбия. Дормунд забегает. Думбия. Но это нарушение. Это нарушение правил. И у нас есть возможность уже отсюда пробить. Спокойно как-то сейчас. Думбия заработал за штрафной. Тут будет где-то 31-26 метров даже. Сам Думбия может исполнить. Сам Думбия. Удар! Как вратарь сейчас дотягивается до этого мяча. Просто замечательно сыграл. И потыкаются два игрока армейцев между собой. Не подбирая мяч. Думбия. Ой, Муса на фланге. Муса, Муса. Пас. Штрафную. Опасно может быть. Наши центральные защитники оказались немножечко не там, где надо. Удар. Ну, тут Игорь Кенфеев спокойно забирает. Игорь. Ух. Ну да, этого соперника мы должны проходить. Малинс уже несколько раз косит траву. Но по мячу хорошо не выпадает. И вот опять Молинс. И опять неточная передача от него. Что это было сейчас, Еременко? Король наших передач-то. Творит фигню сейчас. Что, уже 27-я минута матча. Эриксон. Отворот. Как сейчас у нас вполне все замечательно. Болельщики присутствуют на трибунах. Ну, борьба, борьба у нас в центре поля очень ожесточенная, и мы всегда ее проигрываем почему-то. Аноха, молодец. Но пяточка было, конечно же, мажорно это делать. Эльм. Разгоняем атаку. Муса. Конечно же, Думбия должен был делать счет 2-0 со штрафного. Но там вратарь исполнил достаточно хорошо. Нарушает игрок Мальмо правила. Аккуратненько, аккуратненько разыгрывать. Ух ты, Думбия положил одного из защитников Мальмо. Муса, давай, давай, Муса. Хорош. Ну там уже офсайд у Думбии. Муса заигрался немножечко. Если забиваем еще один мяч, уже можно сказать, что мы прошли. Потому что 3-2. Там уже не сделать сопернику. Тошич. Ну беги, Тошич, давай. Ну, борьба. Из этого можно и красную получить, но не FIFA. Но не FIFA 15. Думбия. Надо на финтах уже играть. Все. Собрались, играем на финтах. 42-я минута. Аноха. С соперником боролся. Уэрнблум. Удар! Игорь пытался дотянуться, но... Соперник оказался не такой уж точным. Тошич. Да что же за передача, друзья?
Зажимаем в угол соперника. Заброс в штрафную. Еще удар. Штанга. Штанга сейчас нас выручает. Хорошо. Отлично. Думбия, давай, 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 давай. Да господи. Первый тайм закончен. 1-0, общий счет 3-1. И посмотрим, кто же играет с нами еще в этот день. Ну, из таких вот только Олимпиакос и Шальке. Но они выигрывают. Фейенорд еще проигрывает. Сайнту. Сайнт-Этьену. Сайнт-Этьен. Ну да, может быть. Тошич. Тошич, удар. Ой, Тошич, что это за удар? А, Тошич. Ну что, разыгрываем-то будем, нет? Вынос в центр. Тут Эльм. Думбия. Хорош, Думбия. Удар Думбии. Ну куда этот удар Думбия, непонятно. Куда-то пробил. Куда сам захотел. Выиграть, выиграть. Сопернику нужно два мяча забивать, чтобы переводить матч в овертайм, можно сказать, да? Дополнительное время. Но соперник до этого очень сильно далеко. Первые минуты, да, он показал, что бороться будет. То, что силы на это у него были. Но сейчас как-то все очень тоскливо и достаточно тяжко им дается. Думби, мой Муса! Муса, ну ты как обычно все моменты портишь. Господи. Замена. Эриксон ушел. Выиграем. Нет. Но это было нарушение сейчас, если честно, правил. Вармблом. Блокируй пас. Нет. Вармблом. Ну, это спокойненько. Спокойненько забирается Игоря. Юрьевенко. Думбия. Думбия опять на скорости пытается пройти. Но соперник не дает этого делать. В защите все стоят. Все кроют. Дальняя штанга. Аккуратно, Игорь! 1-1. Вот оно, вот оно. Остался всего лишь один гол. Забить сопернику. Игорь почему-то протупил. Не стал выходить на мяч. Но тут уже стакан залетает. Тот же самый парень, который забил и в том матче, нам сейчас забивает. Но так аккуратненько. Нарушение правил. Нарушает нас Марио Фернандес. Получает свою заслуженную желтую. Нет, не получает. И он сюда его пожалел. И сейчас будет опасненький, кажется, опять заброс. Но это непонятно что. Как-то все очень криво прошло. Ну вот, наконец-таки проходит на Щенникова пас. На Тошича не проходит зато. Ой, хорош. Тошич. На Думбию. Думбия в офсайде. Блин. Судья, ну как там? Не было офсайда. Не было.
Смотрим повтор. Да, все-таки был. Заброс вперед, но тут Уэль. Отлично. Еременко пошел, пошел. Отлично. Тоже что? Ну, по ногам же получил, нет? Да задолбал ты, судья! Я уже начинаю психовать, если честно. Из-за судейства. Поскакали. Еременко, хорош. На Думбию. Думбия. Принял. Пробил. Вот оно. Вот оно. 4-2 общий счет. Что-то как-то вратарь вообще никак сейчас не спас. Смотрим. Такой легкий ударчик по земле катящийся. Сиди, Думбия. Молодец. Аккуратненько, аккуратненько играем. Побежали, побежали. Хорошо. Тошич. Еременко. 3-1. Фух, а я уже начал переживать, друзья. Я уже начал переживать. Стал почему-то уже нервничать. И мы спокойно сейчас. Две атаки, два гола. Тоже не пожадничал. Отдал обратно на Еременко. И Еременко спокойно уже в пустые ворота мяч заколотил. Ну что, интересно очень. Пройдем мы дальше или нет? И на кого мы дальше выпадаем? Аккуратно. Аккуратно. На Мусу. Хорошо, Муса, давай сам. Муса ускоряется. Муса навесик. Думбия. 4-1. Ну все, команда открылась. Команде нужно было забивать. И мы Мальмо все-таки преодолели. Дома мы должны были красиво побеждать. Мы красиво и победили. 4-1. Уже четвертый гол сидит Думбия в Лиге Чемпионов. Ну же, ну же. Поборемся, поборемся. Не дадим забить. Фух. Опять же он мимо пробил. Аккуратно догоняем Щенников. Подустал у нас. А тут свеженный, свеженький Менхантик. Уже смысла нету замены проводить, поэтому я не буду сейчас никого менять. Еременко! Попытался красиво и что-то сделать. 4 удара Думбии привели к 2 забитым мячам в этом матче и 2 в прошлом. Ну, вся красота. Сила Думбия в том, что он реализовывает свои моменты. Хоть 50 на 50, но реализовывает. Тошич, молодец. Вообще, братка. Братка просто. Еременко. Нет.
Вообще, я пробрасывал мяч, но проброс почему-то тоже еще не сделал. А ну, ах, а ну же, ну же, ну же. Ох, догнал же. Хорошо. Думбия на Мусу. Ну все. Матч завершен. Счет общий 5-2. И сколько? 6-2. Да, получается? Да, 6-2. Сейчас посмотрим, кто тут дальше прошел. Сент-Этьен, Олимпиакос, Шальке и Бешикташ. Ну что, у нас следующий матч со Спартаком. Давайте мы досимулируем до этой даты. Челси хочет приобрести Бенатия у Баварии. Достаточно неплохой выбор у Челси сейчас. Ну давай, симулируйся уже быстрее. Что за тупизм-то? Вот, все, со Спартаком следующий матч у нас. Спартак идет на 5-й позиции. И давайте состав. Ну, вполне боевой. Изменения в расписании. Кубань, ЦСКА перенесен. Изменения в расписании. Динамо Москва, ЦСКА перенесен. Дисквалификация окончена. Ну, все замечательно. И давайте посмотрим, на кого мы попали. Дальше и... Оп! На Селтик. А, это группа уже. Селтик, Севилья и Бавария. Да ёперный театр. Да что ж такое-то? Почему опять Бавария? Понятно, будем с Селтиком и Севильей бороться. Ну что ж, ребят, увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.